Здравствуйте, дорогие друзья-подписчики, приветствую вас на своем YouTube-канале. Сегодня я хочу рассказать про австралийского рака Ямби, он же Ямби-разрушитель или Херакс-деструктор. Эндемик Австралии распространен в реках, пресных озерах и прудах в штатах Виктория и Южный Уэльс. Также встречается в Южной Австралии, на северной территории и Тасмании. Завезен в Западную Австралию, где стал инвазивным видом и представляет угрозу для других видов рода Херакс. Рак длиной до 30 см, чаще 10-20 см. Окраска рака очень изменчива и зависит от прозрачности воды и среды обитания. Окраска Ямби может варьировать от черного, голубовато-черного или темно-коричневого цвета в прозрачных водах до светло-коричневого, зелено-коричневого или бежевого цвета в мутной воде. Для аквариумистики выращивают Ямби синей окраски. К условию содержания раки неприхотливы. Могут жить при температуре воды от 10 до 22 градусов. Вода должна быть чистой и содержать достаточное количество кислорода. Раки комфортно себя чувствуют в мягкой воде. Аквариум должен иметь достаточное количество места, также множество укрытий. Ямби очень смелый рак. Если ему угрожает опасность, он не старается спрятаться или сбежать, а напротив, приподнимается на своих ногах, раскидывает свои мощные клешни и готовится к контратаке. Конечно, если противник гораздо крупнее ямби, то рак не будет ждать летального исхода со своей стороны. Используя свой интеллект, рак выловит момент, когда сможет сделать сильный хлопок своим хвостом и убежать. Продолжительность жизни ямби составляет более 10 лет. А на сегодня все. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Подписываемся, ставим лайки, задаем вопросы в комментариях под этим видео. Пока-пока.